отдел «Приматы». Мы сейчас находимся на кухне, и у нас есть возможность приготовить меню для обезьян. Сотрудники отдела, согласно рациону, кормят наших обезьян 4 раза в день. Но сегодня меню будет особенным и очень вкусным. У природних умовах мавпи їдять те, що під рукою. Прийнято вважати, що ці звірі всеїдні. Чим ласуватимуть вони цього разу у зоопарку? А ми будемо готувати вкусну корзинку із арбуза з начиненою яблуками і різними іншими фруктами в стилі карвінг. Такі смаколики просто необхідні мешканцям відділу. Ця їжа і смачна, і поживна, і корисна. Ми беремо ножик і вирізаємо определеним образом арбуз, підрізаємо. Вырезаем так, чтобы осталась верхняя часть. Это у нас будет ручка. Теперь мы берем ложечку и ложечкой выбираем внутренность арбуза. Аккуратно подрезаем ножиком, чтобы эта ручка у нас не сломалась. Одна з проблем усіх зоопарків світу полягає в тому, що тварини там сумують. Тож і доводиться розважати місцевих утриманців смачними поробками. Ми продовжуємо нарізку овочів, фруктів. Зараз я режу сушений інжир, який також буде накладуватися в наш вкусний арбуз. А потім це все зальється вкусним медом. Так что наши обезьянки кушают очень вкусно, калорийно и, самое главное, по рациону. Подготовленную корзинку в технике карвинг мы кладем нарезанные фрукты, овощи. Наши животные получают хорошие фрукты, овощи. Вот смотрите, как вкусно. Аж прям хочется кушать. Складываем туда инжир. У нас есть еще виноград. Так что можно накладывать все, что вам угодно. Это и бананы, и разные фрукты. Самое главное, чтобы нашим обезьянкам понравилось. А сейчас наш вкусный арбуз мы поливаем медом. Сделали вкусный десерт, пришел заведующий отдела, чтобы отдать обезьянкам. Спасибо, что вы нам дали возможность приготовить такой вкусный десерт. Подходит, Павел Викторович? Да, очень даже выглядит аппетитно, вкусно должно быть. Ну, сейчас посмотрим, как оценят это обезьяны. Сімейка мандрилів оцінила наш кулінарний шедевр. Головне, щоб усім дісталося хоча б по шматочку –